Итак, если сломалась гайка на тройнике из ванной, не спешите покупать новый тройник. Можно его разобрать и заказать ремкомплект гайку. Обратная резьба здесь. Ну вот, ремкомплект приходит вот так вот. Обычная гайка. Главное не прошляпить размер. Ну а дальше все просто. Берем и закручиваем. Можно предварительно посадить на герметик, что, наверное, сейчас и сделаем. Пока выкрутим. Добавим немного герметика. Подсох герметик. Вариант номер два. Хорошенько смазываем край. Лишнее убираем. Ну и, соответственно, ставим гайку и прикручиваем ее на место. Нам для этого нужен шестигранник на 10. И не забудьте поставить прокладку, когда будете ставить на место. Теперь его можно снова использовать по назначению. Ссылка на ремкомплект будет в описании.